Полная гарантия. Даже самые выдающиеся способности не разовьются в полной мере без усердия. И точно так же, как знания, умение прикладывать усилия для решения нужной задачи закладываются в детстве. Именно поэтому в частном кадетском колледже «Север» воспитанию придают такое же значение, как обучению. Конечно, привыкнуть жить по расписанию 24 часа в сутки, а игры на телефоне заменить на спортивные, бывает непросто. Но именно это дает самый большой эффект. Эффект, говорят родители, которые однажды сделали выбор и отдали своих детей в «Север», рассказывает его директор Ольга Чебакова. Самое главное, чем мы отличаемся от обычных кадетских классов, это все-таки режимом. И тем, что с нашими ребятами работают наставники-офицеры. Они работают с ними 24/7, погружены полностью в жизнь детей. И такой момент – это построение. То есть все идет через построение. Это дисциплина, естественно, к чему ребята привыкают. Это огромный плюс в воспитании. Возможно, в «Севере» как полнодневное пребывание, когда дети находятся в колледже с 8 утра до 18 часов вечера, так и круглосуточные. Это большая военная семья, рассказывает Ольга Чебакова про условия жизни и отношения в кадетском колледже, которые построены не только на военной дисциплине, но и на взаимопомощи. Но и с той семьей, что остается за стенами заведения, есть возможность общаться по скайпу и по телефону по вечерам. Также родители имеют прямую связь с руководством и педагогами. В штате учебного заведения работают психологи и врач. Детям предоставляется полноценное питание. Вечерами есть возможность посещать различные секции в городе. Ребята ходят на борьбу или в бассейн. Ну и самое главное – это занятия, которые проходят в течение всего дня. Кроме привычных предметов – кадетский блок. Это не только огневая и строевая подготовки, занятия спортом, но и, например, этика и изобразительное искусство. Класс у нас небольшие, до 10-12 человек в каждом классе. Образовательная программа, как во всех российских школах. Мы не углубленное заведение, но образовательная программа и внеурочная деятельность равны. IT-технологии для всех обязательно, они прямо встроены в расписание. Гитара для всех. А вот если тебе гитара нравится, то возможность в вечернее время посещать дополнительно. Самбо тоже вписано в расписание. Бонусом таким у нас для ребят с 14 лет есть прыжок с парашюта. IT-технологии – это спецдисциплина, которой нет в общеобразовательном учебных заведениях, но которая дает ребятам возможность уже на школьной скамье получить дополнительную специальность – военный программист. И в целом кадетский колледж «Север» – это хорошая ступень для будущих военных офицеров или сотрудников полиции, говорит Ольга Чебакова. Как минимум, характер им позволит работать в этих сферах. Некоторые родители, когда отдают, говорят, связался с плохой компанией, нужно оградить, защитить, может быть. Естественно, они выходят из той компании, попадают в наши условия, к нашим наставникам, у которых миссия сделать из наших парней мужчин. Ответственных, решительных. Но, к слову, поступают в «Север» и девчонки. Прием ведется с 4 класса, но начать обучение можно с любого, когда возникнет желание. Причем главное, отмечают в «Севере», это желание самого ребенка, а не родителей. Оставить предварительную заявку на поступление и получить больше информации о кадетском колледже можно на сайте cadet-sever.rf. Телефон 643-543. Полная гарантия.